Так, ну что, у нас вроде как готово. О, хорошо ушла-то как, а? Возвращайся, каштанка. Есть, ребята, есть, посмотри. Миша, у меня бегемот. Фрикцион дымит, блин. Аккуратно, хорошая щупандра. Опа. Поскоблить, конечно, надо, пусть моют. О, пусть харю замоют ковшик. Опа! О, я рыбу поймал! Да. Две штуки. Вот. Бесплатный рыбак. Какая блестящая банка. Ну иди сюда, я хочу посмотреть на тебя. Ну да, это не окунь, это хорюзок. В аквариум привезти Гергерычу. Опа! Вот у меня ловушка вот так вот ставится. Туда даже крупные хорюза бывает попадают. Один, да, есть уже. А она зеркальная, он не может понять. Надо туда просто еды какой-то кинуть внутрь. Так, ну давайте мойте ковшик-то. Че вы? Снаружи-то его облизываете, глупые. Вот. Все, начинайте, приступайте там, чтобы вам не страшно было внутрь залазить. Ребят, мы внемля вашему совету, мы решили не пить воду из маленькой речки, а пошли на Курейку набрать воды, она там ледяная. Ну и заодно поискать, может быть, где-то будет щука, где-то в каких-то закутках, где-то в каких-то заливчиках, может, она там стоит греется. А вода, по ощущениям, в Курейке гораздо холоднее, чем там, где вот мы стоим на речке. Но рыбы тоже, угу, мало. Вот смотрите, что из этого получилось. Что-то, ребят, здесь ничего нету. Сейчас пойдем вот на тот берег, там есть несколько заливов. Проверим, что там водится. Колбасит, да, его? Волны-то практически нету, маленькая. Ого, окунь, 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 здоровый. Вот, 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 смотри, видишь, идет. Вон пошел. Видишь? Да вон, вон. Во. А, вижу. Или хорюза, или окуня. Да. Вон еще. Надо вертелки поставить. Да, надо вертушечки ставить. Прям охотно. Ух ты, ёлы-палы, у нас сейчас. Закуканит тут. Вездеход, елки-палки. Мишка. Да, днище бронировано же. Миша, эти лодки по камням скачут, елки-палки, по перекатам, по горным рекам. О, есть. О, смотри, выходил прям вон он. Чуть блесны. Прям забесен, когда бежим. Берем.
Конечно, свело. А, у меня руку-то свело, слушай. О, да, здесь щуки не будет, Миша. Что ей тут делать? Какие-то минуты и все. Да, тут околеешь сразу. Шок. Мотор остановится. Вот так закончилась наша попытка на водохранилище поймать какую-то рыбу. Увы, возвращаемся в реку, будем ловить там. Там скидывает. Миш Карлсон. Оп. Предлагаю поймать 2-3 окушка и пообедать ими. Да, Михаил Юрьевич? 2-3 окушка — это как раз то, что тележечки с них. Да, и все, и мы пообедаем. Что же еще может быть? Просто хочется мне жрать. Очень хочется мне жрать. Прикольно. Это тебе. Крутяк. Его надо выварить просто. Вычиститься. Щетку почисти, смотри. Это я тебя от своего отломал. О, ну да, посмотрю. Класс! Стекло такое, да? Ой, ну пойдем поймаем хариуса, жрать хочется. Гляньте, какая красота! Кругом бурлящие потоки. Рыба здесь стоит. Ух! Только мы пока поймать ее никак не можем. Ну что ж, а мы все в своих тапочках гуляем. О, какое озеро. Аквариум целый. Мама родная, ребята. Мишаня, вот такая щука стоит. Иди сюда. Я ее сейчас поймаю. Ребята, там такой крокодил. Ёлы-палы! Просто монстр! Мы её сейчас на поппер поймаем. Ой-ой-ой, вот это стоит там, а? Щука. Видите, вон она. Наблюдайте, что сейчас будет. Пошла! Бабах! Выплюнула! Не засеклась, ребят? Это чё-то, блин! Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Она возьмет еще. Видел, Миш? Ты не видел, как ударила, что ли? Да, вон, щука стоит, еще одна. Вот она, видишь? Вон морда. Смотри, сейчас увидит. Смотри, вон она. Вижу, да. А у тебя мышь? О, лягушка, ну попробуй лягушку сунь. Давай. Аккуратно, вот. Во-во-во-во-во, давай. Сейчас возьмет. Не-не-не, перед носом, Миша. Во-во-во-во, все, ей понравилось.
Опа, я... не, ну что ты делаешь? Она только укололась просто. Уводи. Хоп. Очень мало лески у тебя. Выпусти леску. О, сейчас она вернется сюда. Да, ребят, вам-то не видно, наверное, ее было. Не, ушла. Блин, ну только что вот. Опа, есть. Прям под руками. Вот так вот, ребят, говорил же, она тут есть. Опа, есть третий раз. И вот она теперь потянула, засекаем ее. А так вот, все, она у нас. Ух ты, ух ты, ух ты. Ой, вообще красавица. Прям наш размерчик. Сейчас, подожди. У тебя тоже есть? Опа, иди сюда. Оп. О, отлично. Потаскай ее, пусть чуть-чуть встанет. Опа, смотри, слежку какую дала. Тихо. Тихо. Ух ты, отцепилась. Все, вытащи. Вытащил? Да. Все, изымайте. Видишь, как тут хорошо. Травка. Она здесь стоит в травке. Все, попался. Попался, который кусался. Да. Здравствуй, Щукин. Ну вот, наконец-то вымучил. Полюбасу вот в этом закутке что-то да должно стоять. А, ребят, как вы думаете? Проверим. Странно, тишина тут стоит. Как стреляет. Ой, блин. Ну, щупандра была, конечно, мощная. Опа, опа. Есть, ребятки, есть. О, окунь! Ха-ха, Миша! Да, надо его еще достать теперь. Ну что, у нас уже, смотри, есть что поесть. Да. Еда у нас теперь есть. А у меня на этот взял. На поппер, да. Здоровенький, да, хороший окунь. О, ребят! Ну чё, могу сказать, весьма-весьма неплохо. Давай, быть тебе моим обедом. Видели, какой у нас тут улей? И каждый из них хочет укусить. Больно. Кошмар. Да, ребят, хорошо, что мы запасной еще один термоцел взяли. У меня уже вот такой новой модели. Не знаю, как он это самое держит удар. Этот держит нормально удар.
Ничего ему не становится. Видишь, как с ним угриль справился? Да, угриль его победил. Положил посушить и забыл, пока с Мишкой обсуждали тут, как филе снять. Мы его зажарили. Ну и потом гриль на баллончиках, вот на этих обычных цанговых баллонах, он дает больше огня. И как бы это тоже надо рассчитывать. Этот момент, ребят. Потому что из-за этого он сплавился. Ладно, придется мне Мишке подогнать тоже такой новый термоцел. Модный, с огоньком. Да, замена, да. Сейчас мы хорошо два взяли, это самое, заменим. Из этого еще запчасти достанем потом. Итак, из щуки снимаем филе. Мишаня не филейный. Мишаня филе снимает первый раз. Да, филе щуки снимаю, ребята. Ну и потом на патеранских щук можно именно так филе снимать. Тут это за рыбу не считается даже. Да, кормят собак или на песца, на приваду. Ну что, мы будем готовить щуку а-ля филе в собственном соке. И окуня а-ля окуня. Окунь со вкусом окуня еще будет сегодня. Ну согласитесь, ну вот как еще должно быть? Питаемся одной здоровой пищей. Хариуза что-то нету. Что-то здесь нету хариуза в этой речке. Ну-ка, надо ужин поймать. Окунь уже готов. Щуки надо еще немного заподжариться. Готовим без муки, вообще без всего. Здоровое питание. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Все, сготовилась наша щука. Будем кушать. Приятного нам, друзья, аппетита. И хорюзам тоже. Вон хорюза питаются, видите как. У них тоже обед. Маленький детский сад у нас тут. Хорюзовый. Мы подкармливаем. Итак, народ, у нас родилось новое блюдо – патеранский бутерброд. А на фоне таких водопадов он становится еще вкуснее. Все, всем приятного аппетита. Есть. Ай, блин, не засек, а. Прикольно, да? Я за крючок, видишь, зацепился. Да, да. Бросил когда. Все, щука пришла, сказала, это мое место. Ну, я здесь буду жить. Сейчас мы ее поймаем. Она не обкололась сильно. Тихо, есть! Уть! Леса! Опа! 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 Вот теперь она наша. Ужин поймали, ребята. Ужин поймали мы. Ты думаешь, даже... А какая же еще? Ну, хорошая. Ой-о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 й. Тихо-тихо-тихо, там камни. Там камни. Ты что меня? Опа! О, газует. Торпеда, да. Не говори. Ай-яй-яй, да что ты? И вот так нам показала. Давай еще тройной. Тулуп. Сделаешь? Ее еще вытащить надо будет. Она еще нам погазует сейчас. Идет-то нехотя, он упирается. Оп. Оп. Такая не слабая щупака. Мишка, сейчас тебя укусит, смотри. Будешь знать тогда.
Помогай ей. Чё? Кусала ее? Да ладно. Ну что, пятерочка где-то? Да. Там на кукан ее. Все. Вот еще одна вот пощупала. Давай сейчас еще тоже поймаем. Давай кукан. Так, пока вытаскивали одну щуку, я ногами спугнул другую. Сейчас мы попробуем ее достать. Мы проверили эту лягушку, она им очень нравится. Мы ее обозвали радиоактивная лягушка. Вот такая, ребят, красоточка. Вот тапочек поставлю, 44-го. Размер, тихо ты. Да тихо ты, ж ранишь себя, ну зачем? Мы тебя сейчас аккуратненько хлоп-хлоп и оденем. С этой стороны тоже надо палку, чтобы их надевать. Ну да, да, половину веревки вытащи. Тихо. Тихо. Что такое вредное-то, а? Хотя бы. Угу. Угу. Опа. Есть. Есть. О, ребята, красавицы какие у нас. Мишка повел гулять щук своих. А! Зараза, ногу мне намочила. Речные овчарки. Не хухры-мухры тебе, Миш. Ну что, иди свою щуку доставай. Да ну вас нафиг, вы что, животные? Вообще трататули поперепутали. У тебя ж вода цвета чая, уже чай. Ну что, ты не поймал? Нет. Ну а чего не ловишь-то? Сейчас жду, придет. Я пошел, Миша. Я пошел, ребята. Что-то там такое просто. Ребятки, там что-то происходит. Может, окунь бьет? Недолет, да, чуть-чуть. Тоже недолет. Может, кого-то таймень погнал, да. Пойду покидаю на омуте нафиг. А то тут говорят всякие, что мы рыбу поймать не можем. Пошли, Мишаня. Ребята, я не снял, а она, вот она, красотка. Блин, прям вот здесь вот схватила. Вот так вот и схватила, как видно. Ой, блин. Хорошо. Засранка. Иди, иди сюда, все уже. Опа, 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 опа. Ну все, все уже. Не травмируйтесь больно. И меня не травмируйте, и сами прекращайте. Ах, блин. Да что же это такое-то, а? Что за хулиганка ты? Вот как дам тебе по башке, будешь знать. А, Мишаня! О, ребят! Фу. Надо ее положить, пусть здесь полежит пока. Вот тут вот. Полежит пока, пускай. Чуть-чуть ее глушану, может и доживет. На цепь посадим, чтобы не хулиганила больше. Будет пользу приносить, будет сторожевая щука. Щука ловится здесь только на определенные блесна, те, которые у вас есть. Они определенно правильные, щучьи все. Опа! Есть! Блин, нет. А? Не-не, удар прям потянуло. Глыба, ребятки, какая-то цапнула. Сейчас мы ее достанем, если она тут есть. У нас воблер стоит на самых искушенных глыб. Он все... вычесывает просто.
Бедненький, как тебе там страшно? Там эти твари зубастые. Проходу же тебе не дают, а? Ай, блин! Мишаня! Вкусную взял! Ребят, о, еще одна красотка цапнулась. Ну-ка, иди сюда. Все, тишина в студии. Идет запись канала Герасим Шарп. Путешествуем с нами по всей стране. Опа! Пойду дальше ловить рыбу. Жуков гараж. Ведущее тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Опа! А, блин! То, что, наверное, окунь был, ребят. Я даже не понял, что клюнуло-то что-то. Скорее всего, окунь был. Я пошел туда, Миш. Шаня, пойду туда. Собак еще прицепить надо. Так, в этот раз щуки победили, но, правда, немного пожевали мою лягушку. Будем возвращаться в лагерь, наверное, будем ложиться спать. Потому как утром щуки проснутся, будут бодрые, голодные, у них будет завтрак, а тут мы предложим им разнообразное меню. Вот они, наши собаки. Сидят. Еще им сейчас добавим. Но. Потише там. Дамочки. Большой какой. О, ребят, прям. А не, это лебедь, какой гусь. Посмотрите, какой. О, классно. Они даже на людей внимания не обращают здесь. Главное, смотри. Как два стабилизатора. Ну, как хвост, блин, да? А, прикол. Вот это здоровый, зараза. Я думал, что за гусь такой здоровый летит. А это лебедь, оказывается. Такой гусеобразный. Атака, удар. Гол! Герасим побеждает. Ну, выйди, скажи там свое, веское. О, о, окунь, окунь. Ха-ха, Миша, живец был, блин. Я знаю, что от комаров лучше всего работает, Миша. Огнемет. Так-то да, от комаров лучше всех зима помогает. Мы, народ, короче, Герасим Васильевич в тапки камней накидали, чтобы комары его от земли не отрывали. Гляньте, какой марошатник, что творится. О, бомбер. А ну-ка, ребята, давайте посмотрим. Что может он? Что же он может? Блин, прикольная штука. Смотри, как хорошо в разные стороны прыгает. О! А вот и результат. Бомбер. Да, бомбер. Да. Фрикцион подраспустить. Вот
Тихо, к собакам ты пойдешь позже. Пока давай это самое. Герасим Васильевич, еще одна собака клюнула. Еще одна овчарка будет. Миш, отходи. Отходи, я тебе туда вытащу. Блин, сорвалась. Ну ничего страшного, то возись сейчас с ней. Возись с ней, говорю. Не, ну зацепляй ее на кукан. Надоело, да? Надоело, да. Главное, я проверил, что бомбер работает. Сейчас ее еще раз поймаю. Вот она. Собака. Овчарка. Овчарка. Да, выходи вот сюда потихоньку. Стой, 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 стой. Свечки крутит. Да, выходи вот сюда. Во-во-во. И потихоньку потащил, 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 потащил. Аккуратно, 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 аккуратно. Молодца, все. Твоя. Иди забирай. Здравствуй, щука. Так, пробуем еще один воблер. На самом деле, ребят, пробовать тут нечего. Мы тут подвыбили щуку. Ну, раз в час, раз в два часа приходят новые. Мы их опять шлеп-шлеп. И все. Играться не с кем больше. А когда она есть, ей хоть ложку кидай. Она обо все будет долбиться. Вот сейчас ее нету. Поэтому... воблер доплыл пустой. Все, ребятки. Доброе утро. Ха-ха. Вот так вот. Мы за сутки снимем 3 дня. Видите, утро, утро. Шучу. Все, ребят. Доброй ночи. Я сегодня опять чемпион. Мишка второй чемпион. Да. Мишка, сколько ты щук сегодня поймал? Слушай, я не считал. Ну так, штучки, наверное, штучек-то, наверное, 4 поймал. А я не знаю, сколько я поймал. Короче, я сегодня все опять чемпион. Да, Василий, молодец. Окуней поймал. Окуня одного поймал. А мелкого не поймал, того не зацепил? Не, я его зацепил, я его доставать стал, что-то это самое, он оторвал, отцепился. Понятно. Вот. Окуня одного поймал, щуку. Раз, два, три. Не, я сбился со счета. Все, народ, будем спать. У нас добрая, светлая ночь. Будем стараться всячески уснуть. Набегали сегодня, было жарко. Видите, сегодня у нас тепло. Спим вон. В спальник не забираемся. Мишки, волосы дыбом. Вот так спать. Всего-то к нулю в ночь будет. А, потому что... недельку еще. Вместе с летом приходят комары. Комары, ладно. Ребят, придет мошкара. Она нам всем выпишет. А нам тут еще, сейчас, подождите-ка. Раз, два, три, 4 дня еще. 4-5 дней. Ну что, будем надеяться, что мы передадим мошкаре привет из вертолета. У вертушки уже керосин заканчивается, ну, сюда завезенный. Она уже реже выезжает, лодку берут, на лодке катаются. У нас сегодня наш водомет забрали, туда за перекат он уехал. Ребята пошли ловить. Все, спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш, Герасим Шерп.